они здоровые, мощные ниндзя. Они солдаты. Их на себе видел, что впереди? Да? Авария, что? Авария? Да, дай-ка ключ. Это да! Ёшкин дом! Да какой? Ни с того, ни с чего. Блин! Надо бегать, да, водителя же. Авария, видишь? Сиди-ка здесь. Каждую деревню насаждают.
Ой, бля! Все, съездили. Куда побежал, блядь? Куда побежал? Да, с той стороны, стрелочка. Да, надо. Ну это я вообще-то мне первый раз об этом рассказал, я и не знала. С какой стороны колонны? Ох ты! А что случилось? Это что такое было сейчас? Авария. Скорая поворачивала, или скорая херачила прямо, а это, ну, мы на регистраторе. Власть Российской Федерации баскетбола. Возникает вопрос, если Российская Федерация баскетбола не имеет никакого отношения мужским командам, не может найти с ними общий язык. Если выясняется, что детский юношеский баскетбол развивает вообще совсем на другие финансы, другие люди, а зачем нужна такая федерация в таком мире, в котором она нет? Если в ней живет до сих пор вот этот ген саморазрушения, такая черная. Твою мать! Только думаю зря, эти годы, долгие годы. Ну, чего-то, ни хера себе. Ты понял, блядь? Ёб твою медь. И я ж бачу, что... которые отсхрвали это все, выложили вот эту библиотеку публично и потом как бы пользуются этим. Просто... Это было экстренное торможение. Мне хочется смотреть, как мы с тобой убиваем свою любовь.
здоровья.